Не знаю, я нервничал только вчера на турке, когда соло играешь, когда с квадом играешь, вообще никаких типа, нервов. Я свою ерунду стараюсь не предлагать, типа, у меня нет опыта, как у, там, у вас, у Снупа, поэтому, если что-то будет, я скажу, а так ну, просто... Ну, типа, да, и ты предложи, это не помешает, ну. Получается, вот когда я стрелял по гаражу, по даче, получается, я в тот момент стрелял по Мумино, и Мумино уже в тот момент заезжал в круг вместе с зоной и ехал сразу на скал, да, я правильно понял? Да, это он был на белой даче. Я понял, да. Я приехал, он спустя 10 секунд где-то вышел тоже. Я понял, ну короче, вы прям вот секунду в секунду приехали, да? Да, ну еще дрейн на УАЗике сразу, помнишь, там еще УАЗик дальше едет где-то еще? Да. Это дрейн я приезжал. Ну когда нюхаешь, надо подальше. Давай, парни, собрались нам. Там уж. Собрались. С нами никого не вижу. Все знают, что ты тоже не понимаешь. Сталбер чистый, да, вроде тоже. Да, может стал вообще сталбер удать, в принципе. В Сталбере только минус, что у тебя машины не будет. Да, лучше желательно сразу на машину попробовать пасть. Просто заедьте и скажите, где дачу мы заберем. Вот дача под тобой. Я уже раскрылся просто. Около ладьи там. Или вазик. Нормально. Вазик. Заберем. Сафари, вазик я вижу. Еще дача на маке. Так, Снуп, ты... Нет, я вазик вижу, сафари. Нормально, Еще дача у тебя. Или Снуп, ты на Сталбер лечишь, да? Да, Сталбер. Сафари беру. У меня баги. У меня только мозик с коляски. Баги, и там еще дача есть. Да как-то плохо себя чувствовал. Не чувствую себя плохо. Да я с самого утра не знаю, как ты себя чувствовал, как будто заболел. Зона неплохая. Есть мысли? Сейчас пока лутаемся, потом. Придем, мы сначала приедем сюда. Окей. Соответственно, если там занято, заезжаем на гору, как бы гора, блядь, будет по-любому свободна. Основная метка вот эта. Выезжать будем все вместе. Может, я пораньше выйду, в связи с тем, что я шнырь. Рюкзак конец. Что за прикол, у меня вроде нет рюкзака. Вау.
Есть второй шлем на мне. Есть. Но в целом неплохо, Салбер. Салбер вообще топ-спот по луту, там всегда все есть. Машины. Так, Жан будет отыгрывать от елок. Бронежилет нужен здесь? Давай. Есть. И ни одной медицины. Нет. Че, едем или нет? Или пока утаси. Ну, Мак, у вас как там по луту? Так. Вторая каска нужна. Так, в принципе, да, есть что-то. У меня, есть, мне только армор еще. Я... У меня есть и армор второй, и каска в городе. Ну, надо, но вы далеко. Ну, типа, поедешь за каской? Мак вроде близко, Мак. Пока время есть, может поехать. Так, Мак, я лучше вот, сейчас, вот, я думаю, я найду. Да, но он еще не весь компан, покажет, лутал. Вот еще вторая каска, две вторые каски. Так, я взял баги, взял по склону, поехал, пойду на нормальную машину. Мак, а у тебя есть машина? Какая у тебя там, вазик или дача? Мне какую брать? Сафари. Да, я беру дачу, которая рядом с тобой. Нужен компенс на калаш, парни. Там нужно было что-то. Ну, у меня на М-ке есть на 416-й. Если надо, придется снять что. Стоп, как готов будешь валить, скажи, пожалуйста. Если заедешь, я уже готов. Давайте потихоньку поедем уже. Я уже готов. Надо вместе ехать, чтобы по одному опять не отдавать. Я почти машину нормально еще, если дачу искал. Нашел, нашел вторую. Пацаны, заберите Снупа. Довезите до четвертой машины, пока время есть. Еду за Снупа. А где твой вазик, чтобы я твой не забрал? Дядь, ты узнаешь его. В смысле, ну рядом с тобой? Да. Окей. Заберите Снупа, я поехал уже сразу потихоньку штырить на нашу позицию, ребят. Ну давай, аккуратно, пожалуйста. Не хочешь. Я потихоньку выехал в парк. 4х тоже кому? Да. Давайте, забирайте Снупа до четвертой машины и ко мне подгоняйте на компаунд. Ну, беги ко мне, это дача не едет. Так, все, мы уже не лутаемся. Да, уже не лутаемся. Это уже надо большой. Забирать Снупа, подвезти Снупа к тачке и валить. Кому-то же медицина нужна, я забираю. У меня всего одна аптека, 5 бинтов. Нужна будет медицина, там все раскинь на компаунде. На компаунде все раскинь. Так я не знаю, вижу. Я на босс не едет. Так, тачки заправляем, да? Да. Бегу, братан. Спускайся вниз. А где тачка еще одна? Ну, внизу около вышки. Ты же не... Мак, ты не ту около вышки брал вазик, не тот? Около гриба. Мак, тебя не слышно. Я брал... Моей ты брал? Вот, я брал, который вот тут стоял. На желтый. Вот тут где-то, да? Ну, бля, я не знаю, может это и есть. Чекнуть? Сафари, не, смысла. Мы время. Я думаю, это и есть, да. Езжать, да, потихоньку до компаунда. Да. Найдем по дороге, примерно. Подожди, а мы едем как ты едешь? Нет, выезжать по-другому как-нибудь. Ну или хотите, я прям за мной езжайте. А, за тобой поехали. Ну это как... Да, чуть круг вообще большой. Сейчас. Я тебе почему? Я через мост, я... Зачем полосы? Я не поеду через рожок, жду. Не знаю, слушай, я думал... Левее можно встать, поехали. Мак! Так мы как едем? Мы... Вот так, убежайте, короче, вот так. Все, давай налево. Я просто думал, Макота уже за Дизом поехал. Все, давай так. Не, я вообще решил за вами ехать, типа... А, ну все, поехали. Так быстрее, это очень большой круг там справа. В смысле? Просто ясно уже, все твои съёбы тоже были. Вон базик там есть. Но рискованно.
Я толкнул. Толкай, толкай. Поехали. Блядь, зачем ты перед машиной-то проходишь? Сори, сори. Лазик надо забрать. Компаунд чистый, компаунд. Компаунд чистый. Я справа проеду, чё. Я высажусь. Давай, просто высаживай, едь. Компаунд чистый, я заехал, все в порядке. Едем, едем. У нас 4 тачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Есть. Сейчас, я... залетай. Нормально, все, я все. Я так, тоже. Не надо так чистить, ой-ой-ой, пожалуйста. Хорошо, что они, блядь, дурачки в этом плане. Заезжайте в дом, фаст раскид, зона от нас уходит, сразу уезжаем. Нужна медицина только, больше ничего не надо. Это... Одна аптека? Одна аптека, 5 бинтов, все, больше ничего нет. Я дам, мне нормально все. Вы заезжайте, как мы обсуждали. Ну, ладно. Мы сейчас скорее свалим. На. Давай, Томми. Один хуй, вряд ли тут будет. Заправляйте, да, тачки сразу. Да, и тачки сразу заправляйте. Да. Возьму сейчас. Бери. Так, я себе оставил одну аптечку и по одному бусту. Здесь, вот, здесь, здесь выбросил, здесь, выбросил. Здесь валяется аптечка и... Нифига вы аптеку раскидываете. Берите, берите. Берите. Еще туда одну возьму. Есть большая обойма? Нет, нету, да? Нет. Так, готовься уже скинул по тачкам. По щечку и 2х, если надо кому. Готовься уже потихоньку по тачкам садиться. Зона там 100% уйдет. Хорошо. Так, флешхайдер могу на калаш отдать. Не, кому не, надо. Не, 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 надо. У тебя... Спасибо. Пуль у вас много на М-ку? А у тебя же М-ка есть. У меня, кстати, на основе, у меня на основе стояла, если что. А у тебя калаш типа? Ну, нет, у меня на основе М-ка. А, у меня только калаш. Метки лишь берите. Если тебе надо на основу, тогда да, забирай. Мак, мне на основу. Мак, так, давайте. Так. Примерно за 4 варианта сейчас, как зона появится, просто 4 варианта. Сходу. Куда планируешь поехать? Мак, по местам. У меня датчик, кстати, на сори. Потом придется, может, пересесть. Так, мы в какую зону едем? Еще раз. Сейчас увидим. По зоне смотрим. Предлагаю ехать сюда. Либо молодой на горе, скорее всего. Молодого, кстати, убили. Можем гору занять, попробовать. На морале. Давай. Это гора, правильно? Да. А что насчет компаунда? Не хотите метку еще на нижний компаунд под горой поставить на карте снизу? Давайте. Смотрите, проезжаем мимо первой горы. Сразу сходу него чекаем компаунд. Если там и там есть, заезжаем на вторую гору, на гору самую последнюю. Красная, значит, сначала вот красная, потом синяя. Да. Точка Увика самая последняя. Я не ставлю, мне бесполезно, там нет уже нормально. Да, тут двухместный мотак стоит, возьмите. Я возьму. Может, я возьму? На твой УАЗик присадим. Я дачу твою возьму, потому что у меня дача косвенная. Я думал, минус 10. Сад, можешь, пожалуйста, перестать упасть? Так, я просто здесь за чуть не сбил. Так, что, подожди, я впервые тебя должен ехать. Блядь, пиздец. Так жестко, я почему-то, я без шифта гоняю уже, и до сих пор первый. Ну, сори, брат, мне еще главное не перевернулся, блядь. Надо на мотоцикл. Так вот, ехать на КП бежать. Это нормальная тема. Не паса, какую-то кочку невидимую. Рики Мара называется. Просто ни одной кочки нет, блядь, еду вы, считай. Я еду, парни. Что квестик на всё проседать здесь где-то, Буси? Еще один мотоцикл под ангар едет. Опа, ангар, поебать. Зона оттуда уйдет. Большая вероятность. Я прям грубо на гору заезжаю, прям грубо. Да. Не съезжайте к ангару, там ездят. Гора чистая, гора чистая, ребят. Тебе едет мотик. На гору. Хава, проверь. Не, он уехал на всем проверить. Тачки нормально, оставьте со старта. Мотоцикл у меня остается, у меня мотоцикл. Выше меня. 265. Мы знаем, мы по него и говорили. Не давите. 265 от меня мотоцикл. Можем задавить его, попробуем. Ребят, дачки нам нормально. Он один был. Машины к нему едут. Хавать. Он едет. Надо хавать. Мотик работает.
лошадь. Хорошо! Ламочки. Кейк. Да. Пацаны, у нас за горой мотик остается. Надо четвером проверить его. Гоу-гоу-гоу. Он нам носить будет, пойдемте. Ну. Аккуратней. Надо проверить его, надо убивать парня. Лицо, ёпта, я первый играл. Парни, надо их чекать. Аккуратно. По нам с компаунда слева стреляю. Не вижу никого. Все, отходим, отходим. Все, слева с компаунда, не стреляйся. Все, отходим, отходим, отходим. Если нокнут, убью. Тачки, сразу. Тачки правильно ставим. По-нормальному ставим тачки. Я свою поставил, пусть так стоит, потому что если начнет пушить сверху натуры, я здесь... Надо, вазики вообще ужасно стоят, надо все это переставить, ребята. Переставьте, переставьте. Что вам нужно, что вам нужно? Я пойду, два трупа лежат близко очень. Мне только компенсатор на калашу. Мне патроны на М-ку нужны. Один. Большая бойма нужна. Сейчас скажу, что тут есть. Мак, не надо переставлять, я же сказал, она пусть так стоит. Ну, сори, поправь-ка надо. Если ну, здесь пушить, мы можем между ними мансовать, это еще нормально. Снупика по максимуму, ребята, прикрываем еще, не даем ему это. Калаш патрона возьми, снупик, если есть. Все патроны. Пятерки и семерки. Здесь давай. А, коряк, коряк, ступень с ангара. Пожалуйста, подойдите, там пятерок просто 600-700, я не могу забрать здесь это столько. Я возьму? Один, бери, бери. Да, да, иди, иди. Один, идите. Я взял аптеку. По очереди, по очереди идем. Так, если что, с коряк тулит с СЕ 150 с ангаров, и на 210 тоже есть... Там армор, что третий был половинчатый, даже больше, чем половинчатый, возьмите. Так, кто, все, метки свои уберите, ребята. Кто, кто-нибудь один сбегает за сад? Ты все сбросил перед тем, как идти? Нет. Ты только на себя берешь? Тут близко. Да это панул. Братан, просто... С ангара, брат. И из горы 210, все нормально, мы здесь сидим. Короче, надо было мне скидывать, я патроны так и не делал. Я вам сейчас возьмите, скину. Возьмите, возьмите. Я выйду за патронами. Иди, 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 уже, иди уже, Мак. Давай за патронами. Там у второго трупа вниз пролистаешь. А хилок взял, у меня 8 пустов, давай скину пусты вам. Пустов мне немерено тоже. Тогда не скидывай. Три маленьких, если, если болик даст, если болик даст, на. Нормально будет. Дал, взял? Да, чё. Воду. Всё, отлично. Мне патроны, да, нужны еще. Пятерки? Да, да. Могу дать, я дам. Это у меня 90 всего надо. Сейчас дам. Погоди. А, ну надо концентрир. Скинул. Возьмешь. Зона сейчас будет. Парни, сейчас зона, да, появится. Чё, Мак, нормально все забрал, что хотел? Да. Мак, скинешь же ещё пуль? Сколько у тебя? У меня 140 на 90 всего. Парни, у кого что по гранатам? Семерки могу скинуть. У меня 2 смока, 1 хаешка. 5 гранат, 2 смока. Я пришел за калашом. Дай хаешки две. Дай 2 хаешки или одну. 2 хаешки дал. Все, меня ждали. За калашом пойду. Я думаю, что не помещается, у меня рюкзак первый. Он тебе нужен? Давай. 90 патронов лишь. Риск еще один. Че по зоне, че по зоне, че по зоне? Я с Минькой, если что, пока что. Хорошо, сидим. Может, ангары сразу почекать надо? Вот в центре которые? А там же... Бля, ты... слушай, Суп, я предлагаю сплетануть. Туда, ангары но... занять, одному. Ну, одному можно на мотике. Я на мотике, поехал, ангар занять. Ну, делаешь, давай. Если чисто, то мы к тебе, да? И сейчас, вы здесь сидите, пока зона не прокнет. Я в ангаре в крысу тупо сижу, АФК. Я мотик поставлю в ангар. Блядь. И сяду. Куда выстрел был? Я не понял так. Опять? А, левый ангар, чердак. А, машины едут. К нам могут заехать. По полю. Ой-ой-ой, уйди месиво. Надо работать. Так, меня остановился один. Еще дача. Коцаны, очень коцаны. Хватит проехать. Лёг в таваре, бля, я мотал голову, он лёг в таваре. Табер, два вазика. Гора стукает в меня. Бля, пуль мало. Мотоцикл меня... У тебя, к тебе приехал на мотоцикл? Нет, нет, от меня, уезжай вижу, дальше. Вижу. Ко мне ангар приехал. Блин. Тихо, всё нормально, всё нормально. Ребят, прикрывать надо спину стрелять им, когда заходят. Тихо, там экземпл тихо, сидит. Тихо, тихо, у меня под ангаром чел. Можешь почекать? Чекаем. С твоей стороны только, с другой стороны. От нас, которая.
У меня прям подо мной мотоцикл остановился, прям подо мной. Нет, он умер, мотоцикл. Понял? Все, сори. Он точно умер? Да, его экземпл. Там у вас, у тебя М19 сидит, короче, в соседнем. Окей, все, понял. Я в ангаре. Ангаре, скорее всего, или в доме. Оттуда выстрелы были. Ребята, как? Надо подходить. У тавра колеса пробили? Так, там... башня меня чекает, на башню не пикаю, все. Сори. Башня меня чекает, ангар. По нему у нас стрелит М19. Где нам не враги чек, где то, кто может подойти в лес? Я тоже самое, я постоянно смотрю, чтобы не подошли к нам, но не надо вообще файтиться пока всеми. Подойдут, расстреляют все. Я в тавр накидывал, типа, 3 раза дал чувака. У нас тоже колеса, да, победили? Нет, все окна. А, замов надо здесь цепить, как я кабан. Сейчас пойдет. Ой, а народу там много живет, очень много. От меня на 105, от меня на 105. Вот на вот этой горе остановился сквад. Вот, сразу вам говорю. Я метку поставил, ее не убираю, ребят. Увик, убери свою метку с горы, пожалуйста. Парни, буду максимально стараться жить. Живи. Сегодня сразу прям резко. Нельзя сейчас кодаться, на фул хп должно быть. И все, и ангар оккупируем, как свою матушку. Снизу выезжают. На 210. Нет, Слева. Остановились. Сорян. Остановились, блядь, на машине. Я хз, что сегодня со мной пугливый. Блять, хватит флудить. Ну, когда зона прокат, если на дизель, инстантно едем, просто. Да, можете даже сразу на них. Я первый ватик, говорю, ближний, который. Кто-то я на даче. Я второй сафари. Просто инста, если нас дай запрокать. Сразу едем. Может, движения сразу пойдут. Так, вижу, тип забежал в маленький дом от меня. Вот красный дом и одноэтажный. М19 там засели. Они не в ангаре. Окей. Они в одноэтажных домах и двухэтажных. Чекает меня чувак просто инстанта. Просто проходит и чекает. Башня по мне пыталась стрелять, промахнулся. Let's go! Ко мне, надо ехать сразу вам. Пасом. Они завелись. Нет, не завелись. Смотри, только едьте от гриба, чтобы вас гриба не... Да, и спрячьте тачку, чтобы не пустили, нам еще надо выпиться. Ну, хз, где-то прятать. Под гору, под гору. Хотя под гору мы... Нет, нельзя, братан. Там машины, там дома, типа. Но между крон, между крон. Красный дом, второй этаж, тип. Осторожнее, будьте по себе. Красный дом, да. Зовите друг друга. Меня уже задавили. А, нет, нормально. Подождите. Двое на первом, пацаны, сидите. Перекрестный, давай, маг. Два. Двое. Хае кидает, прям сюда хочешь докинуть, прикинул. Маг, где встанешь? Поле надо сейчас закрывать. А где нужно? Да, с тобой. Ты перекрестный, иди в ту комнату. В эту? Вот в ту и зайти в дверь вправую. И зайди в дверь вправую, чтобы тебя из окна не убить. И вот так сиди, и все. И просто, если они заходят, ты меня хапуешь. Понял? Что я имею в виду? Понял тебя. А я в полочке сижу. Лазер гейт, пацаны, 210 СВ. Просто перекрёстный, маг. В толчке сижу. Сижу? Нет, подлез. Ему разъёбывают. Высадили. Хорош, дожрал, красава. Так, дрейни с башни, пацаны, они будут выезжать. Колес нет, тачки, они не выйдут, они им бежать тупо, брата. Один будка еще, СВ-240. На будку поставил, где тип. Хорошо. Бежит по полю. Мак, я с собой. Очень плохо попал. Его каверит, тип, из-под лестницы. Это дрейни и мумик. Окей. Они заряжают за башню. Вражки еще, типы. Это паучинки. Смоки кидают, парни. Надо гасить, брат их. На окно кина. Найс. Дожрали, найс. Все, хаваем мы, пацаны, хаваем. Это наши потенциальные противники, надо хавать их. Давай, бегу. Наша гора. Ей, отомстил.
Еще Макс. Да, гора, 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 гора. 195, 210, бежит. Двойка в нем. Лег, почти. Ну левый, добить, добить, убили. Еще бегут. Трое, трое за зоной. 210, 195. Трое за зоной. А, баги, баги. Высадил, высадил. Убил. Пятерки нужны, парни. 30 штук, 30 штук, братан, никак. У меня 40 штук у самого. Мумик за зоной, мумик за зоной бежит. Лег, лег под углом, 210 мумик. Хилится. 210 прям. Сейчас станет, убиваем. Ему нельзя дать лечь в зоне, потом не найдем. За зоной лег. Кто-то у них еще живет. Все, убили, Настя. Они где-то, они где-то. Где-то в траве надо искать. Он мог деревянно. А, 165С за зоной. Пятерки же, парень, пятерок вообще нет. Нет пятерок, нет никого. Пятерок, братан. Не надо их тратить. Пацаны, М19. Мы против М19. Надо как-то придумать план, как мы уедем. Куда пули оставляете? Уезжать будем? Ну, я думаю, да. Бежать бессмысленно, нас отстрелят как говно сейчас. Какое, как, предложение, предложение. Есть какие-нибудь предложения? Я бы просто подсосался пешком до сюда. Надо... Или с машинами. Надо зониться с маками и уходить. Или уезжать. Уезжать просто до края зоны. Уезжать смысла нет, братан, мы умрем. Понял. Уходить, понял. Уходить. Умрем, да? Нам бустится, бустится. Мне кажется, умрем. Нам нужно двигаться вот прямо сейчас где-то, пока там пиздится справа. Прямо сейчас. Надо кидать смоки, надо кидать смоки, чтобы М19 засмотрим. Да они тоже вышли вроде, по идее, братан. Нет, нет, они сидят в доме, чекают, до сих пор этим лицом бегают. Кидать смоки? Да, надо, я думаю. Прям, понимаете, двое перед ангаром кидают, и двое на них прям. Я, братан, справа загну. Они же в синем ангаре или в красном? Они в красном доме и в маленьком доме одноэтажном. Я правее беру, вроде нормально, никто не работает. Работает. Я возьму мотоцикл, типа забачу, что мы уехали. Я на вазике поднимусь в лес. Справа типа и работает. Ухожу, поднимайтесь на край просто. Я заехал. Я вазик к дереву. Брат, просто край нужно, дерево, вот. Вверх, двигайтесь. Передо мной. Не, надо М19 закрыть, М19 закрыть. Вот, ребята. Можно на край просто закрыть их. Я поставил на край, на край. К клубику все. Понял. А, ступ, N есть, N15. Спина, okay. S близко, пацаны, S близко. Не вижу, брат. Убежал за камнем, он красный. Ступ, N15, если что. Давай подожмёмся к ним, не? Сад, ты один. Они бегут. Хайе кидать мне. Не вижу их. Справа за камнем. Меня нокнули. Костя, они выше. Н-15. Ко мне, подпази. Он красный, Костя. У нас в спине тип за камнем. Окей. Стоп, не, отходи, уйди. Пацаны, ну за дерево стоит, ёбану. Я его не вижу, правда. NW-330, его если убить. Слева обойди. Отойди, Тиса, я к тебе ползу, просто не беги. NW, он на NW, ровно, около камня. Еще двое... Вдвоем за дерево стоим, зачем-то, я не знаю, нахуй ты к нему прибежал, брат. Пацаны, ступи, ползи меня. Ползу, Мак тоже ползи. Поднимаю ступика. Экзампла убил. Хорош. Хорош, братан. Там надо мака, надо мака поднять, надо мака поднимать, ребята. Мак, иди за то дерево, опасно. А, понял. Да. Уже, забей, ты будешь меня поднимать, нет? Я тебя так подниму, не ползу. А слева убили чувака? Нет, не убивали. Дам тебе чуть-чуть. Слева не убивали, парковайте слева. Они поджимаются под нас снизу, всем сквадом, скорее всего, да. Хаешки. Нам надо чуть назад. Да, они, вот они там деревья. Давайте назад отойдем. Я бы наоборот выше взял, отпиздил бы. Но они слева у нас, да. Справа могут быть гуси. Хилис. Давайте, отходим под вазик. Вазик в зоне. Уходите. Да, я хилис. Это мой вазик специально. А, у нас тут противники на 150 бы. Я их бросил, сверху. Пошел хлоповать. Стоп, давай под камень сыграем. Послушайте давай, меня. Давай. По мне. Гора. В спине тут чувак был. Я говорю. Окей. Я его вижу. Вот они снизу стоят. Я 105. Забрал клоза. За деревом есть. В зону бегите. Я в зоне. Правее можем взять, заглушить нахуй их.
Давай по ней пойдем. Давай по ней. Суп-суп-то один, суп, осторожнее. Я понимаю, братан, я понимаю, братан. Убил за зону, убил за зоны Харкана. М1945. Мак, давай к нам, Мак, давай к нам, вместе, вместе. Ухожу, ухожу, иду к вам. Нокнул одного еще за камнем. Нокнул еще. Хорош. Лучший. Нельзя падать. Отходи, ранены, отходим. 16 пуль осталось. Убил. Камень НЕ убил всех. 16 пуль осталось. Уазик, тип. Парни, хилюсь. Под камень надо поджать, под камень поджать. Спокойно. К Макатау все, парни, надо к Макатау уйти. Тихо. 3-30 надо закрывать. У меня два затачка. Парни, к Макатау надо подойти. У меня два. Вы можете заглушить, они двое боком ко мне стоят, очень хорошо. Бежу. Дал раз. Голову дал, другому. Он меня нокнул, они ранены, вообще холёные. Нокнул одного, нокнул. Меня можно поднять. Тачку надо взорвать, я поднимаю Мака. Подожди, я его... Их трое там. Мака поднимаю. Отсельтесь и просто... Тачку взорвать надо, тачку надо просто взорвать. За камнем один за камнем, пацаны. Тачку надо взорвать. Живее, поехали, да. Один за камнем, пятёрки есть? Камень, вы видите, хорошо сидит боком к вам камень, алло. Лучший. Они не в зоне, за дерево, они не в зоне. Не пикайте, пожалуйста. Не пикать вообще. Зона пойдет убить. Принял. Садовник отстрелил. Двое под деревом. Я их не вижу пока что. Бегут. Я убью сейчас ног. Ног одного. Дерево остался. Хилься, брат. Без головы дерево. Еще один. Вверх, камень 330. Камень 330 от меня. Последний. Меня нокнули. Оник один! Живи! Парни, вы в зоне! Спокойно! Я не в зоне, тихо. Я тоже спокойно! Не в зоне. Нельзя падать! Жди, маг хилится! Я до камня подбегаю, братан! У меня нет хилов! Я он хиляюсь! За камнем. Зона сейчас не на него! Зона не хорошо на него! Без у меня паники, 7 патронов! Помогите, кидает ХЕ в Увика! Мак, тебе надо влево крутить, Мак. Тебе надо. Я 7 патронов. Мак, пробежусь, отвечаю. Через низ. Не торопись сильно, я ему сейчас найду. У меня нет ХЕ. Чекать тебя, Мак. Мак, чекать тебя. Я даю инфу. Мак, тебе нельзя падать. Просто живи. Мак, ты в зоне, Мак, ты просто в зоне. Я на тебя пытаюсь проползти. Я не в зоне, Мак. Он за камнем так же. Он тебя чекает. Я не выхожу из-за дерева, тебя сажу. Очень лохо повый, пиздец. Нельзя нокаться. У меня два патрона. У меня два патрона. Он похиляет. А у тебя вообще нет оружия? У меня два патрона. Пиздец. Он хилится сейчас, ёбаный в рот. Пистолет. Он стоит. У меня на чек, он меня убил. Семь патронов на пистолете. Похуй, не знаю, он тебя потяпает. Он за дерево. Я бы его убил, у меня просто нет патронов, сори, боюсь. А ты давай, ты можешь, это изи, братан. У меня 5 патронов на... Да, тебе дашь. Скажи ему в чат. На сковороде скажи. Госковорода, нуктив! Go fight! Go fight like a lion! Предложи ему на сковороде, Мак. Госковорода! Увик, молчи! Слушай, а может у меня реально больше шансов сковороды? Ну это невозможно, у него гроза, гайс.
Блять, у меня просто не было патронов, сори. Бля, Увик, не надо было ноготься. Я понимаю, но я думал, убью его, почувствовал. Я не знаю, зачем ты побежал. Бля, я дал инфу, что у меня 7 хп. Ну, то есть 7 патронов. А почему ты в чат не предложил нас сковородей, вдруг бы согласился? Я предложил ему. Может, у меня отключено было, не до этого. У тебя отключено было, ничего не слышал. Вот я так и знал, что нам надо найти Ноктивас. Блять, надо было чуть-чуть просто патронов. Блять, нихуя. Я бы убил бы, я отвечаю, я бы убил. Да я его, типа, мой косяк, я там его кое-где должен был убивать. Типа, сори, 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 гайс. Не мой косяк, потому что я сдох. Хотя я мог ждать. Я просто не знал, так, он так открыто на меня пикнул, просто, зачем ты пикал? Ты мог просто стать. Типа, ты был в зоне, ты зачем-то мог за дерево стать какое-то определенное. Кому? Тебе говорю. Ануктива? Почему? Потому что Ануктив-то у нас находится... Я не ждал, что он за камнем, понимаешь? Три в один. Это тандем Вердефорте. Убивает он микрофон. Сколько убийц у тебя? Сколько убийц? 4? У меня... У меня 7. Сейчас посмотрим. Ну, у нас много килов. Забей. Это плохо, мы проебали, мы должны были выигрывать. Боже, Ануктив на одном хп был в какой-то момент. Ну так я ему насадил, я думал, убью его, понимаешь? Боже. У тебя ни хилок, ни вообще ни... У меня вообще ничего не было, вообще. У меня осталась рукоятка в инвентаре и почёчка, и всё. Больше ничего не было. Это ну, да. Для чего сделали, клянусь нахуй. Вот я сейчас смотрю просто на стриме, как это выглядит. Просто все по одному нахуй, как бомжи поддавались. Это такое себе. Ладно, пацаны, не надо там, ну, рейджа сейчас. Ну, мы все равно на первом месте. А причем мы уже по факту списали команду ангаров. У них киллов вообще нет. Мы списали команду авангара, а ну кто-то тащит. Вы посмотрите, просто в одного затащил весь шлем. Без брони. Разделся Макатау сейчас. Макатау сейчас, скорее всего, будет брать сковородку и просто бежать, наверное, на сковородке. Посмотрите, что происходит. Голый Макатау. Сейчас будет говорить, давай смахнемся. По-моему, предлагает ему дуэль на сковородке. Ну, миллиметр хп ему оставил. Сейчас, по-моему, сейчас... Не, это моя ошибка. Я, если сидел, побежал бы одновременно. Давайте посмотрим. Хотя у Макатау на 2 патрона было почти ничего. Возможно, сейчас мы увидим дуэль. Дуэль на сковородке. Или все-таки не согласен. У меня тоже пуль не было, я пошел за утал типов. Потому что я уверен, что они не раз спали вместе. И возможно, именно солидарность для честного, красивого ПВП на сковородниках Ануктив подтвердит это. Вот Макатава показывает, что он как бы голый, показывает сковородку, вытаскивает то, что как бы сбоку. Я не знаю, что будет делать, но Ануктив, согласится он или нет. Конечно, хочется занять топ-1. Мне кажется, что пока он не понимает. Вот, да, Ануктив понял, вроде переключался на сковородку, вроде бы понял. Но я не знаю, даст ли капитан команды возможность ему сыграть в эту по сковородкам. Выходит на него Ануктив. И, конечно, всего лишь один выстрел понадобится, чтобы убить Макатау. У нас 7, 14, 20 киллов. Это было просто великолепно, друзья, вы сами все видели. Я бы с удовольствием, на самом деле, посмотрел бы с удовольствием дуэль на сковородку. Но, опять же, да, Макатау был бы более проигрышный, потому что у него нет